Здравствуйте. С новостями культуры Хакасии познакомлю вас я, Татьяна Донцова. Национальная библиотека имени Доможакова отпраздновала свой юбилей. За 90 лет существования несколько комнат для чтения превратились в огромное современное здание. Что сегодня представляет из себя главный книжный храм республики в нашем следующем материале. Сегодня в фондах библиотеки имени Доможакова хранится 450 тысяч книг. Но с особым трепетом здесь относятся к тем, что в 1997 году преподнес в дар Национальной библиотеке сын Николая Доможакова из личного собрания писателя. Всего 526 экземпляров. Здесь уникальные издания на хакасском, русском и других языках. На каждой личная печать Николая Георгиевича, а большинство имеет дарственную подпись автора. Тут представлены книги и по языкознанию, и по фольклору, и по общественной, политической жизни, художественной жизни. Несмотря на то, что это собрание хранится отдельно от остальных книг, оно вполне доступно простым читателям. Правда, ознакомиться с фолиантами можно лишь в стенах Национальной библиотеки. Вообще же, как отметили на торжествах, посвященных 90-летию этого учреждения культуры, интерес к обычной бумажной книге, вопреки всем прогнозам, не спадает. Последние два года у нас приток читателей, наоборот, увеличился и увеличивается спрос на обычную печатную книгу. Я не знаю, с чем это связано. Я лично тоже люблю читать печатную книгу. Дефицита читателя здесь не испытывают. Посещаемость около 20 тысяч человек в год. Хотя специалисты признают, чтобы удержать их, приходится усиленно работать. Именно поэтому библиотека сегодня не просто книгохранилище. Это современный центр информации. Есть у нас электронные ресурсы, современные ресурсы, которые находятся в бесплатном доступе. К нам могут прийти и читать все возможные библиотечные фонды других библиотек, библиотек федерального уровня, мирового уровня. Прийти в библиотеку можно не только, чтобы почитать, узнать нужную информацию или взять книгу на дом. Здесь работают и клубы по интересам, где с удовольствием проведут время и пенсионеры, и самые юные читатели, которые только начинают свое путешествие в мир книги. Кроме этого, библиотека делает доступными свои услуги не только для жителей Абакана. Сегодня при ней работает библиомобиль. Он колесит по самым отдаленным селам региона. Читателей очень много, потребности у них самые разные, все возраста. По возможности мы стараемся все потребности читателей удовлетворять. Если мы не можем их в данный момент удовлетворить, то у нас есть такая система заявок. То есть человек говорит, чего бы он желал, и следующий приезд через месяц мы привозим ему желаемое. Поздравить библиотекарей с 90-летием в зале Республиканского дома культуры собрались сотни человек. За эти годы библиотека проделала огромный путь, превратившись из избы читальни, занимавшей 3 комнаты на первом этаже деревянного клуба и где одновременно могли находиться не больше 5 читателей, в современное учреждение культуры, имеющее в фондах почти 500 000 книг. Кстати, одним из главных подарков стали деньги от правительства Хакасии, почти 3 миллиона рублей на покупку новых. Есть в фондах библиотеки и произведения местных авторов. Сегодня герой нашей постоянной рубрики «Писатели Хакасии» Альбина Курбижекова. Талант достался ей по наследству. Альбина Васильевна не только пишет и исполняет хакасский фольклор, но и переводит тахпахи на русский язык, при этом сохраняя всю красоту и музыкальность национальной поэзии. Алте полуңның шерох шенеңдедер. Эта мелодия звучала среди гор северной части Хакасии на родине Альбины Курбижековой еще в конце 19 века. Конечно, до наших дней доходят и более древние музыкальные произведения, но эти песни не были записаны в нотах, они хранились в человеческой памяти и передавались из поколения в поколение. Альбина Васильевна – племянница одного из лучших хакасских хайджи Петра Курбижекова. Их род наделен талантом писать и исполнять тахпахи и эпические произведения. Петр Васильевич знал и исполнял более 110 эпических поэм. Это более 1 000 000 стихотворных строк нужно в любое время, года и суток, да, мог исполнить по просьбе слушателей. Написать эпическое сказание о жизни и подвигах предков может далеко не каждый. Получается, что не человек выбирает судьбу сказителя, а высшие силы избирают человека для этого нелегкого пути. Петр Курбижеков рассказывал, что герои эпоса приходили к нему во сне. Альбина Васильевна также персонажей своего первого большого литературного произведения «Себинары» увидела во сне. Я начала видеть какие-то сны,
непонятная богатырскую лошадь. Вот когда описывается золотой гривой и серебряными копытами, и вот у меня даже сейчас перед глазами стоит вот этот вот конь крылатый. На вершине скалы вижу золотое грива развивается на ветру, и прямо на солнце блестят копыта серебряные. А сам белоснежный. Вот это вот было вот до сих пор перед глазами, но я начала... А потом имена начали, имена собственных героев приходить. Например, Себенары – это чистая сирень. У Альбины Васильевны нет музыкального образования, зато есть идеальный слух и красивый голос. Она пишет и исполняет собственные тахпахи, а также переводит на русский язык песенный фольклор хакасского народа. Причем делает это так, что произведение можно исполнить и на русском языке, не потеряв первозданного смысла и красоты. Ласковый вечер, солнце диск, уйдет, бросая тени вниз. Сегодня у Альбины Курбижековой большие творческие планы. Она работает над повестью «Возвращение». История о трагедии хакасского народа, связанного с угоном в 18 веке в Монголию. Причем Альбина Васильевна будет опираться не только на исторические факты, но и на легенды. С детства от своих бабушек она слышала множество сказаний об этих событиях. Многообразие и самобытность национальной культуры представлены практически на всех мероприятиях, которые проводятся в Хакасии. Яркий пример тому – праздник урожая Уртунтой. По мнению гостей, в этом году он традиционно получился красочным и многоликим. Каждый старался не только похвастать тем, что уродилось на огороде, но и поблагодарить землю за богатый урожай. Будьте здоровы всегда! Пусть впереди светит солнце, сзади светит луна. Осень у многих народов традиционно богата свадьбами, поэтому Уртунтой не просто праздник урожая, здесь уделяется большое внимание семейным ценностям. Возле родовых деревьев молодожены проводят обряд благодарения земли, вместе с ними, как принято, в кругу старейшин родов. Молодежь начинает понимать, что новая жизнь – это ихняя жизнь, ихнее время наступает. Поэтому это меня сильно радует. Народ стал, молодежь стал тянуться к работе, и дома свои, самые, жизнь налаживать и участвовать в общественной жизни. Здравствуй, праздник урожая, праздник полных закромов, амбаров. Славим праздник урожая, Уртунтой! Я думаю, кило 300, может даже полтора. Вот этот около килограмма, а вот этот кило 300, полтора, да. Картофель-царь, картофель-рекорд. Такой вот урожай нынче у жителей Алтайского района. Куда ни глянь, вкусное богатство и все свое, родное. Никаких консервантов и прочей сомнительной химии. У нас есть помидоры. Какие только хотите сорта. Вот это черри. У нас замечательный хлебный стол. Кстати, я начала про помидоры. У нас, посмотрите, сколько засолок имеется. И помидоры, огурцы, разные ассорти из овощей. Желающим научиться, пожалуйста. Уртунтой на то он и праздник урожая. В этот день фермеры, стараясь переплюнуть друг друга, хвалятся достижениями. Каждый район республики со своей изюминкой. Ну а лучшие труженики традиционно становятся героями праздника. Михаил Бозыков из Таштыбского района удостоен премии «Человек года». Фермер больше 30 лет развивает животноводство. Главный секрет успеха, говорит, раньше вставать, позже ложиться и работать, работать, работать. Задумок много, но посевные площади я хочу увеличить. Ну, хороший урожай я получаю. Ну, деньги нужны. Скачки верхом или в повозках – вот от чего дух захватывает участники со всей Сибири. Рядом молодежь упражняется в поднятии гири. Театрализованное представление для малышей – ярмарка. В калейдоскопе событий голова идет кругом. Таким был праздник урожая. Кто на него попал, еще долго будет радоваться приобретенным овощам. А вот кому не удалось заглянуть на Уртунтой, придется ждать следующего года. Кто знает, может он будет еще более урожайным. О других наиболее значимых событиях культурной жизни нашей республики мы расскажем в следующих выпусках программы «Культура Хакасии». А на сегодня это все. Удачи и до встречи в эфире.